Добрый день, друзья. Ялтинец тут выясняет отношения с бойцами из главного прайда. Вот, демонстрирует им, что он главный мачо. Ну, конечно же, бойцы главного прайда с этим совершенно не согласны. Вожак отошел. Скажет, я уже перерос тот возраст, когда через ограждение выяснять отношения. Ну а молодые ребята не против и через ограждение выяснять отношения с ялтинцем. Львица скажет, хватит вам, мужики, лапами махать. Прайда с ялтинцем не особо дружеские отношения. Ну, а действительно, он для них чужак, приезжий. Как и они для него.